Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех на нашем канале, всех наших друзей, подписчиков и просто зрителей канала. Сегодня мы с вами снова пройдемся улочками старого города, нашего любимого города, ведь по большому счету всех нас объединяет любовь к нашему Херсону и боль за то, что сегодня с ним происходит. Нас часто упрекают в том, что мы показываем одну разруху, дескать, есть у нас и красивые места. Да, ребята, есть у нас красивые места. Но отойдешь буквально 100 метров влево или вправо, и глазам открывается совершенно другая картина. Другой Херсон, разрушенные обветшавшие дома, разбитые дороги, а люди, погруженные в свои мысли о выживании, часто ходят по этим улицам и глаза не поднимают. Хотя трудно их в чем-то упрекнуть, ведь, как говорится, не до высоких мыслей, когда в кармане пусто. Да, друзья, все это так. Но все-таки, если не обратить внимание на это уже сегодня, завтра, к сожалению, оно само собой не рассосется. И лет так через 5-10 мы с вами будем жить в руинах, а наши потомки не увидят этих красивых домов, колоритных двориков и старинных улиц. Вряд ли, конечно, наш канал смотрит господа власть имущие, но все-таки хочется обратиться именно к ним. Дорогие господа градоначальники, губернаторы, бывшие, настоящие и весь ваш нескончаемый штат служб, управлений, чиновников в уютных кабинетах, скажите, что вы сделали с нашим городом? Или что не сделали, а могли бы сделать? Ведь вы же не с Луны прилетели, а сами выросли на этих улицах, в этих домах. А вам не болит, как все это болит нам? Исходя из того, что мы видим, скорее всего, нет. Ленина 3. И рядом дом. Находимся возле порта. Возле порта находимся, там дальше переулочек. Пройтись тут толком не пройдешься.
знаю, куда мы выйдем сейчас. Там улица есть, вот сюда ездили. Вот, редко мы знакомы эти места. Тишина такая. И мы находимся фактически в порту. Правее от нас находится Речпорт. А это куда идет эта улица? Поворот. И сюда. А это, короче, выезд. Нам придется подниматься выше. Подниматься выше надо. Вот на той, по той улице идти. Это крайний выход. Это уже крайняя улица, которая имеет выход в порт. Ну, вот так где-то. Кому-то знакомое место. Кто-то здесь жил. Вот. Какая-то улица называется. Даже не скажу. Может, переулок даже. Как это? Зашифровано. Ничего нету. Если честно, даже не знаю, как этот переулок и называется. Ну, погуглить, конечно, можно. Вот. Как это? Не знаю. Не написано. Ну ладно. Это вот такое вот место. Порту. Ну вот мы идем. Это улица Петренко называется. Вот. Идти с камерой в руках тяжело. Потому что совсем неровно. Сейчас мы вышли на хороший тротуарчик. Более-менее ровно получается. Так, ну мы в порту. Вон там еще один переулочек. Посмотрим, зайдем, куда он нас заведет. В общем, мы вышли сейчас по улице Петренко. Идем вдоль улицы. Вот, зайдем по этому переулочку, куда нас занесет. Это интересно даже. Здание свеженькое. Вот оно. Какое-то непонятное. Вот так вот. Тоже вот в таком месте, где дома, может быть, между домами сможем пройти. Машина выехала, значит, мы там пройдем. Машина из-под дома выехала. В общем, это порт. Очевидно, тут люди жили. Ну, портовое сооружение. Вот это тоже видно, что старое здание. Видно, что это старое здание из пиленого камня сделано. Такого. Как это делали раньше у нас, причем хорошо сделано. Вот смотрите, сейчас вам покажу ближе. Вверху, как это называется, конек, да, или как, нет. В общем, видите, да, резное. Вот. Вон там ниже замки. Все проемы построены, сделаны как типа замков. Дверные, оконные проемы. То есть камень пиленый, как это назывался камень, из этого, ингулецкий. То есть строение старое. Очень старое строение. Вот так вот. Мы сейчас точно выйдем на круг. Это вот уже ниже некуда. Сейчас мы выходим на круг. Этого
Ричпорта. Вот мы видим. Дальше вон там. Посмотрите, вот там круг находится. Мы направляемся туда. И к речке. Вот там вот. Видите, да? Вот мемориальная доска. В этом доме с 1962 по 2017 годы проживал почетный гражданин города Херсона, участник Сталинградской битвы, герой социалистического труда Боня Микола Михайлович. Может, кто знает его? Удалось разгадать ребус. Это переулок Портовый, где я снимал вам мемориальную доску Бони. Вот, это называется переулок Портовый 5. Речь в порту. Ну, там моя маршрутка уже стоит. Кстати, что-то тарахтит, могу сказать. Это, вон, видите, пароход стоит там вот. Вот это называется, вот, дизель-генератор работает. Вырабатывает электричество для нужд парохода. Ой, что-то я совсем уже забыл, что ходить нельзя в таких. Что мы здесь видим? Мы здесь видим подземный переход. Мы здесь видим проход внутри речморвокзала, который не работает. И сейчас мы заснимем, что находится в этом подземном переходе. Вот будка стрелочника там. Речмор-вокзал находится. А это тут, похоже, стрелочник живет. Или кто? Скажите. Чей курятник? Так. Вот. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим, что у нас здесь находится. О! А у нас здесь, о, шикардос. Сейчас ближе. Короче, это как, скажем так, вервольф, знаете, да? Вот тут у нас свой местный вервольф есть. Закинули порт, закинули, к сожалению. Вот так. Обнаружен вервольф. Жабы нынче спят, а так бы квакали здесь. Что я вам говорю? Это не патриотизм. А то, что нарисован флаг, это еще не означает, что ты патриот. Это, кстати, мэрия не работает. Это, грубо говоря, центр города. Нельзя так делать. Мэрии минус. We'll be right back.
рассказывай мне, майсы. Помнишь, было, как в Херсоне мы давали изумительный гастроль? Хрусты летели и летели, а мы с тобой давно вспотели.